Привет, ребята. Вот я снова тут. Про работу хочу рассказать. Работа бессмысленна в России, в государстве. Потому что ты ничего не зарабатываешь. Вообще ничего. Я был в магазине, это окей. Там написано 130 рублей. Приходи в час, зарабатывай. Посчитаем на 8 часов, это 2 доллара, 8 часов, 16, 20 дней рабочих, 320 долларов, 18-19 тысяч рублей. Снять комнату около 12, по-моему, самая дешевая. Говняную комнату. То есть ты можешь работать, снять комнату. 6 тысяч. Даже, ну и какую-то еду говняную. Какие-то макароны есть. В общем, ничего не дает работа. Тут. Естественно, можно там 30 дней типа работать, но ты быстренько измотаешься и подохнешь. Вот такой вот ролик с речки помойной. Волковка, по-моему, называется, речка течет маленькая. Здесь утки водятся, вам не видно. Чувствительность я не могу поднять. Но вот она, утка там ползает. Сейчас попробую к ней подойти. Вон она. 5 метрах от меня живут здесь утки. Утки. Вот такой, то есть работа совершенно бессмысленна. А те, кто ходят на работу, чиновники, например, они ничего там не делают. Либо делают отрицательное, там грабят людей, либо впустую просиживают, опять же, считай, воруют. Ну просто. Обесценена вообще любая работа. Что бы ты ни делал в этом ебанатском государстве, все будет вот такое говневое. Либо нищим, либо ты должен кого-то унижать, грабить. Я других вариантов не вижу. Поэтому это государство, сейчас я вижу вариант только один, уничтожению подлежит. Так, по идее, должно быть, чтобы человек приехал, какую-то самую простую работу выполнял, он мог снять однокомнатную квартиру простенькую. Это получается где-то 15-20 тысяч, а у него вся зарплата 20. Ну и на еду тысяч 10 рублей надо. То есть, ну, в общем, оплата, как в США, должна быть примерно 10 долларов за час за такую примитивную работу. Но пока что, конечно, никто не собирается платить. Так. Но многие люди не хотят просто кого-то грабить или работать, не могут с утра до ночи, поэтому просто помирают. Так, интересно, если подойти к утке,